Гагауз миллет гимнери тюрк халкларын зенгин культурасыны гестерер. Ангысы Гагаузияда, Молдованын Юлен тарафында яшер. Гагаузлар кенді уникал культурасыны корудулар. Традиционал хал гимнери буварлын бір паидыр. Гагаузларын хал гимнери кенді гюзеллиында, дефиле гюстеримнерінда, Гагауз корафы фестивалінда герджеклештерілді. Уникал Евельки Гагауз Хал Гимнерин коллекциясы. Конгас Кюю. Гагаузкаларын евелки замандаш хал гимнери мода культурасында чадырлунга.
эту коллекцию входят костюмы уже более современные. Последние модели, новые, несколько моделей новых. Устаревшие, конечно, ну для нас они уже устаревшие, а это все-таки более свежие, новые. И, насколько мне известно, всегда все, кого не встречу, говорят, мы за вами следим, Лидия Ивановна, что новенького. Вот, был немножечко перерыв у нас небольшой, но вот восстановили снова работу театра моды. Дети после каникул, очень сложно было их собрать. Но они постарались, девочки, как могли. Есть выпускницы, уже поступили, и за лето мы не успели еще набрать новых. Но костюмы у нас будут новые. Обещать заранее не могу, но будем стараться вас удивлять чем-то новым. Мы стараемся использовать более, в основном, натуральные ткани, фактурные, нарядные, показать образ гагаузочки не бедной. Праздничный наряд. И доказать, что он не только был трудолюбивый народ, но разбирался в моде, разбирался, чувствовал и цвет, фактуру. И люди были со вкусом, наши предки. Просто хотелось бы, чтобы это было гораздо больше, и чтобы каждый, пусть не ленится, пусть повторяют то, что показываем мы, и не стесняется. Если нравится, конечно. При подборе модели я, конечно, опираюсь на старые, очень старые фотографии. Я собираю в интернете везде, где что-то кто-то выставит какие-то старые фотографии. Я обязательно хватаюсь за каждую из них, потому что там есть очень много мелочей, элементов. Сколько рядов бус, на каком расстоянии, сколько складочек. Так на первый взгляд никто и не поймет, но для меня это очень важно, потому что выделить особенности этого костюма очень сложно, потому что мало костюмов у нас сохранилось. Вот. И ткани используем натуральные. Очень часто девочкам бабушки дарят свои запасы, свои платья. Мы их, конечно, переделываем, потому что носили и преподносили костюм, наряд. Раньше люди немножечко по-другому. Вот мы сейчас, когда видим аутентичные старинные костюмы без вмешательства, мы видим, что как будто в них немножко некомфортно, да и фигура как будто другая была. И ходили люди по-другому. Голову, может быть, женщины всегда наклоняли, как-то старались все наглухо закрыть. Тут мы немножечко усовременили. И хочу сказать, что после фестиваля в Саудовской Аравии, когда нам подчеркнули, сделали не то чтобы замечание, но пожелание, чтобы все платья были все-таки подлиннее. Стараться как можно длиннее. Я поняла, я увидела тюркские наряды, они, конечно, длинные. И я с тех пор, да и потом, и на старых фотографиях мы тоже видим, что платье по щиколотку. И очень хотелось бы, чтобы это потихонечку вернулось в моду. И мне кажется, не стыдно в таком выйти. Вот не надо бояться. Можно на своем примере показать. И вот, и даже Евгения Александровна не стесняется и в жилеточке гагаузской нашей выйти, в новом платье. Выглядело красиво. Сегодня Евгения Александровна была в платье, шитое нами. Это платье разрабатывали мы его. Конечно, при разработке очень сложно, очень ответственно брать на себя такую большую ответственность. Надо учесть особенность, во-первых, учитывая статус. И в то же время это фестиваль, должны быть фольклорные какие-то там элементы.
и сдержанность в то же время. Но она молоденькая, стройненькая, и мне кажется, что получилось. Красиво. Сайгылы мусафирлар, каршылайым. Бізім сценада сайгылы башкан Евгения Гуцул. Оның да фистанына дикте театр моды эл өндіргісі Лидия Тозиева. Особенно если это фестиваль международный, то там, конечно, когда вот тюркские народы собираются, вот там есть чему научиться. Здесь, в нашем регионе, меня удивить уже немножко нескромно, но сложно, потому что я уже знаю, чем отличается болгарский от гагаузского, молдавский чем отличается. Но хочется узнать что-то новое, побольше нового, узнать именно об образе тюркских, о предках наших. И чтобы мы могли его пополнить немножечко костюм, использовать какие-то новые элементы. Конечно, вот эти монеты, длина изделия, одна из особенностей, бусы, силуэт, обязательно наличие фартука. Как бы там ни было, нам очень сложно пересилить себя. И вот почему-то очень многие боятся надевать фартук. Но мало кто понимает, что это самый основной элемент костюма, и он должен был быть пошит как продолжение платья. Вот я иногда вот смотрю на девочек и думаю, вот это, многие спрашивают, это юбка или что? Я говорю, это фартук. Он самый главный, он самый красивый фартук. Он дополняет, украшает традиционный костюм. Ну, а если говорить о современном костюме, конечно, современный костюм, его надо как-то огагаузить. То есть надо использовать элементы. Если использовать вышивку, то надо к ней относиться очень осторожно, потому что вышивки в старинных костюмах никогда нигде мы не встречаем. Разве что на фартуке, то такую ненавязчивую вышивку, скромную, нежную. И мама мне рассказывала, что вышивку выполняли только на нижней рубахе. Такую тонкую загадочка такая была, снизу видна вышивка. Тонкое кружево использовали, соблюдали длину, опять же. И когда даже вот идет девушка к колодцу за водой, она просто слегка наклоняется, чтобы поднять ведерко. Но кто-то замечает, как у нее снизу красиво выглядывает это кружево. Ну, вот только там можно было встретить. То есть это такой секретик, может быть, об этом... Как, не всегда говорили, но вышивка была там. Вот. Но сегодня хочется ее где-то использовать. Очень часто используют, берут орнамент у Петра Влаха из Сусаков. Но я знаю, что издана одна интересная книжка по орнаментам гагаузским. Там взяты элементы от ковров. Современных ковров. Вот там до чего красивый орнамент. Вот его я бы не побоялась использовать. Вот когда выйдет эта книжка, мы можем спокойно, смело с ней работать и делать современные, и даже не побояться выйти на высокий уровень. Красиво будет.
Гагауз милли гимнер, хем бюрюнчук пешкерлер. Чанжаз ушак коллективы. Хайдар кюю. Thank you.
Евелки стеунузлук фистаннарын гюстереме. Чешмя күйі. ГГУС милли гимнери дуал материалларындан дикилярдылар. Кетенден, памуктан, хем япаадан. Гимнер якышыклыйдылар. Дикме хем дюйме гергефлер, рубаларда натура хем берекет символларыны, геометрия чизилерыны гөстерердылар. ГГУС халк гимнери гүзеллік символу. Асерлер жа халкын традицияларыны коруян.
Унар гагаузларын этник юзеллины хем натурайлан культура балантыларыны чизгелерлер.